Всем привет! И сегодня хочу вам вместе с папой рассказать об одной акции новой, в ленте которая сейчас проходит. Она с 1 апреля по 23 мая 2018 года. Да, всем привет! С 12 апреля по 23 мая 2018 года такая акция. Джампики, это вот такие пакетики. Вот так вот они выглядят. Шар. Вот такой шар, флаги. Это все посвящено чемпионату мира по футболу, который стартует в июне месяце в России. По странам-участникам, их всего 32, в этой коллекции также должно быть 32 джампика разных стран. Вот вам покажу сейчас, какие страны участвуют. Эта игрушка дается при покупке в магазине на 500 рублей. Один пакет. Также говорят, что есть возможность приобрести джампиков уже в зеленых пакетиках по цене то ли 25, то ли 29 рублей. В нашем магазине «Лента» не продавали. То есть давали только за 500 рублей при покупке один вот такой пакетик джампиков. И к этим вот джампикам выпущена специальная такая как коробочка. Это как их домик такой для этих джампиков. Давайте же его посмотрим. Угу. Вот тут написано «Лента», магазин, где это продается. И сами джампики, твоя коллекция из 23 джампиков. 32. Вот сами джампики там нарисованы, вот какие есть там, ну не все, конечно. Пружинки у них в виде флагов стран. А на другой стороне, давай посмотрим, дочь. О, на другой стороне изображена какая-то как будто бы мишень. Как игра какая-то. Да, это, наверное, джампика можно так, он пружинит и на какую цифру попадет. Да. И потом суммировать. Но это мы разберемся позже, и вы также разберетесь, когда будете покупать эти джампики. Давай же откроем. Ну, сама упаковка, точнее, вот сам этот домик, он состоит из такого картона. Ну, я думаю, что он закрывается на липучку. Ну, не знаю, сейчас проверим. Сейчас я его открою. Сейчас открывается, ну, тут вот сверху. Аккуратненько откроем. Большая такая. Да, большая. Коробка в виде шара. Открывай. Да, сейчас вот. На липучке вот открывается, да, вот на липучке. Так. Так. Ну вот. Ух ты, как самый футбольное поле. Да, как футбольное поле. Вот самое такое, как я не знаю, даже отверстие для джампиков. Да. Подписано, какая страна. Россия первая. И где кто должен находиться. Да, и вот они все джампики должны здесь размещаться. А это здесь инструкция, как можно играть с вот этими вот джампиками. Вот как это их можно запускать, значит, да. Вот так длинный прыжок от стены. От стены, а это высокий. Это от стола где-то, от стола, наверное. Да. Ну, здорово, интересно, какие нам попадутся страны. Ну что, открывай, Катюш. Угу. Вот первый джампинг. Так. Вот, открылось. Первый джампинг. И какой? Кто же это? Да, сейчас вот мы его вытащим. Ой, какой красивый. Думаю, Германия. Да? Германия? Да. Думаю, что Германия. Хотя не знаю. Я сейчас посмотрю. Давай его поближе, да, к камере, вот, чтобы было видно. Вот. Ага. Пружинка сделана в виде флага. И на щечках тоже черные. Ну, похоже а, на нет, Бельгию. Нет, это Бельгия. Да. Точно. Ставь на место тогда. Вот, да, Бельгия.
Да, это она. Сейчас ставим на место. Потом в конце видео покажем, как они могут прыгать. Открывай следующий пока. Так. Красивый такой в виде шарика голова, а пружинка цвета флага. Так. Так. И это что вот еще за красота? Какой красивый попался. Так, сейчас надо подумать, из какой же он страны. Надо просто посмотреть. Да. Что, Сенегал? Да, Сенегал. Да, он. Давай. Сейчас поставим. Да. Сенегал. А как мы понимаем, по цвету головы, да? Да, по цвету головы. Угу. Голова это как мячик такой. Да. Открывай следующую. У нас всего 5 жампиков. Ух, как они хлопают. Круто. Да. О, какой смешной. Ух ты. Вот это да. Это что у него на голове? Это такая как повязка специальная. Спортивная. Сейчас надо так, посмотреть. Что это за флаг? Так. Коста-Рика. Коста-Рика. Вот да, это Коста-Рика. Да. Все, да, правильно. Да. Так, сейчас поставим его. Коста-Рика. Так, давай ставься. О, все, поставил. Сейчас мы его перевернем. Вот такой флаг у Коста-Рики. Да, интересно. Даже мне интересно. Я люблю все футбольное. Пробуй открывать. Так, открывать сейчас попробуем. Потому что, ну, они же должны как-то... О, открылся. Ой, а что это у нас за страна? Какой красивый. Хотелось бы, чтобы Россия попалась, но это не Россия. Да. Это... Это Иран. Где, покажи. Вот. Да? Ну да, вон, похож. А как будто голова... Ну, мордочки немножко светлее. Похожи. Ну, я думаю, это Иран, Иран, да? Да. Ну, то, что больше нет похожего. Да, это Иран. Так, следующий, последний. Посмотрим, попадется ли нам Россия. Давайте, болейте, ребят, чтобы Россия была. Так. И что там нам попался? Это нет. Повторка? Что? О, нет. Это Бельгия, кажется, да? Да, это Бельгия, да, вот повторка. Повторка Бельгии. Ну, тогда мы сейчас с помощью этой повторки покажем, как прыгают они, что с ними можно делать. Да, сейчас я постараюсь показать, вроде вот так вот, и... Так, стоп. Как-то... Не летают? Да, что-то не летает. Мне казалось, они прям должны отскакивать. Да. О! Упал. Даже улетел куда-то. Найди-ка его пока, я покажу все страны, как они тут смотрятся. Что-то типа прилипал из Дикси. Вот, только это не прилипало. Это джампики. Сейчас мы попробуем от стены. Ого! Он в меня отлетел. И опять потерялся, да. Кажется. Я думаю, это где-то надо, не знаю, в специальном месте играть, в комнате. Но ну, на улице, вот я думаю, точно не надо, а то потеряется. Да, на улице может отлететь. Вот такая крутая коллекция, посвященная чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Вот, конечно, хотелось бы ее полностью собрать. Ну и вам тоже, ребята, желаем собрать всех джампиков. Закрывай, Катюш. Угу. Покажем еще раз коробочку. Вот, закрывается вот на липучку легко, да, на липучку, и удобно. Здорово. Вот эти все странные участники. Для тех, кто забыл. И еще раз, с 12 апреля по 23 мая 2018 года. На кассе за каждые 500 рублей одну штуку. Также есть какие-то товары-спонсоры. Кстати, вот я вспомнил. За товары-спонсоры партнеров Фрутоняня, Head & Shoulders и Велком мясокомбинат. При покупке каких-то товаров из этих трех компаний
будут дополнительно даваться джампики. Это тоже надо иметь в виду. И также здесь вот скачай игру. Значит, есть какая-то для этого игра. Ну, все, Катюш, говори до свидания. Да. И всем пока. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите мои видео. Всем пока. Пока-пока. Пока.